Девушка, добрый вечер. Да я уже как-то и не девушка. Ну так и я не мальчик. Все мы взрослые люди. Я вот Серж, рыцарь любви. Забавное у вас чувство юмора. Я уже собиралась уходить вообще-то. Скучно как-то у вас тут. А еще называетесь стриптиз-клубом. Ну так скучно это на танцполе. А для вас у меня есть спецпредложение. Приват-танец в парижском будуаре. Так. Ну и сколько же мне будет стоить это ваше спецпредложение в парижском будуаре? Наверное, тоже по-особенному, а? Ну что, только для вас всего лишь 5000. 3000. И то только потому, что уж болен ты смешной. Ну что? Веди меня, Серж, рыцарь любви.